Доброе утро. Что наши эльфы делают? Тун-тун-тун-тун. Даже в лесу в это вовлекли. Кому-то яблок захотелось. Ха-ха, акробаты. Прям как бочка обезьян. Такая игра есть. Monkey Barrel. Вот сколько от рулета осталось. Это я с Габриэлом. Уже 2/3 одного съели. И моя подружка Света, как всегда, меня поддерживает и покупает 2 рулета. Так что останется у нас 1. Ура! Как хорошо иметь поклонников моих рулетов, на которых я могу положиться. Всем привет! Мы с Джашиком выехали из дома. У Джульетты как бы класса нету, но есть какая-то домашняя работа. Она сейчас слушает записанный класс, на котором она уже была. И с помощью его делает свою домашнюю работу. Ну, короче, я в это не вникаю. Как хорошо, что я не учусь. Хотя иногда подумываю, а не мешало бы, уже как бы дети растут, а не надо ли бы мне какого-то образования. Ну, когда ты уже столько лет не учился, даже не знаю, стоит ли или нет. Ладно, отошла от темы. Куда мы едем? Мне надо оплатить машины в кредитной компании. И что мне еще надо? Вот эту посылку выслать. Надо выслать посылку, у меня нету коробочки, так что, по-моему, мне надо купить коробочку на почте, чтобы эту посылку выслать. Поэтому я не любитель высылать посылки. Когда-то была лучше на этот счет. Высылала в Украину, сейчас нет. Сейчас даже своим родственникам трудно выслать. Ладно, поехали. Я вчера думала, не уговорила себя. Сегодня уже последний, самый последний день, чтобы оплатить без штрафа за машины, и я вышла. Ну, как всегда, в самый последний момент мы ждем, пока жареный петух меня не клюнет в попу. Едем. Хочешь к бабушке? Ну, еду к бабушке. Мы сейчас в очереди стоим, я оплачиваю машины через вакуумную систему. Хочешь... Привет, привет. Хочешь, чтобы я бабушке позвонила? Его Микол бабушка? Мне будет легче на почту без него все-таки, если там очередь. Может, у бабушки коробка есть? Котя. Мы к бабушке пришли. Ой, а бабушка купила курточку теплую. Тут и шапочка. Мама, это надо отрезать. Анжелика, они scissors, please. Over there, scissors. Что ты плачешь? No, you're not leaving, you're not leaving. Он думает, наверное, что ты его уже отправляешь. Посылку выслали, ура. Мы с Анжеликой зашли в обувной магазин. Она смотрит подарок для Джульетты. Она хотела Converse с высоким верхом. Но надо найти еще... Ее размер. Всем привет. Ой, как я не хочу покупать подарки. Нет у меня желания вообще. Ну, каждый год. В общем, это не удивительно. Наверное, возьму эту ляльку для Тринити. Она заказывала для ее носочка. Ну, посмотрим. А для меня выбирать игрушки и догадываться, то или не то, это прямо... В общем, сначала положено. Купила, я вам показала подарочек для Тринити и купила еще один подарочек для Джашика. Такую Monster Truck, который выглядит как Dalmatian. Не знаю, как по-нашему это порода собачки. И там что-то он разбивает
что-то там пух и в прах, ну короче, взяла, я думаю, ему понравится. Все, что с монстр-траками, это ему очень нравится. Мы только что остановились около Sprouts, потому что у нас нет времени нигде покушать. И Анжелика забежит купить суши. Сегодня $5 суши в Sprouts по средам. И поеду за Джошиком, и уже надо будет ехать за детьми сразу. Ну, главное, что посылку выслала. Ура! Я там у мамы ее замотала. У меня коробку мы не нашли, но мы замотали в бумагу. У мамы там был тейп, то это уже было в помощь. Ладно, жду Анжелику. Вот, Джошечка я забрала, бабушка уже с ним гуляла, ждали нас, но она знала, что мне надо будет, как бы мне уже в школе надо быть. Ну ничего страшного, я помню, я в пятницу их немного позже забрала, чем обычно. А что такое? Свет какой-то. Ладно. И потому что я убирала, да, перед днем рождения. И Скарлетт говорит: мама, всегда так забирай нас. Говорит, потому что мы всегда смотрим какой-то фильм, и я меня вызывают, и я не успеваю его досмотреть. Так что говорю, ну хорошо. Так что ничего страшного. Я тут работаю. Я эти стейки, которые я купила, я их уже специи обработала, и теперь в вакуумной машине, короче, их пакую, маленькие кусочки для тринки. Я думаю, каждый стейк у меня будет на 3 кусочка пойдет. Вот, и будут у тринки вот такие стейки. Вот такая у нас особенная девочка, ради нее купили. Ребенок, если она хочет мясо, для нас это очень главное, пусть даже дорогое, но пусть будет, пусть ест, ей надо протеинчик. Так что это один из видов мяса, который она употребляет. Здесь у меня паста Альфредо, сейчас она в духовку пойдет. Здесь у меня суп с лапшой для тринки, и я, наверное, еще кусочек стейка ей поджарю, чтобы было мяско. Скарлетт церковь. Она на лету ела. Ну ничего. Бывает. Наши дни они такие. У меня сегодня ресторан получился, понимаете. Габриэлу плов разогрела. Потом сделала макароны Альфредо с курицей. Джульет ест. Может, Дэнни будет, не знаю. Он как бы небольшой любитель. Стейк, тринки, суп. Ну короче, всем что-то, а Скарлетт просто сосиску захотела. Ну, говорю, ладно, доедаем все, что есть. Давайте покатаемся по соседству, покажу вам некоторые украшенные дома. У нас дом не украшен, ну хоть. Здесь одна улица, неплохо так все дружненько украсили. Вот здесь просто дерево немножко украшено. Вот этот следующий дом там, как бы снежинки как бы падают, да, такие огоньки. Здесь немножко сделали. Там немножко. На этой стороне вот скелет украшает. Здесь олени, огоньки, шарики всякие. Здесь вот Санта-Клаус. Мне нравится, когда вот так ободочком делают вокруг дома. Прикольно. Здесь тоже. Кстати, все люди, которые украшали на Хэллоуин, те же украшают и на Рождество. Просто любители украшений, так сказать. Здесь, на этой улице, мы много конфет получили. Здесь вот Мэри, Иисус, Иосиф, тут одинокий снеговик стоит, здесь тоже огоньки. Тут дом тоже, пара снеговиков. И
здесь. Видите, так дружненько они все красили вместе. Здесь немножко, а здесь уже немножко. Здесь они всегда хорошо украшают. Здесь просто немножечко они свой фонарь украсили. И все, пока темнота. Ну, нет, просто вот такое, чтобы один за другим, пока темнота. Едем дальше. Тут немножко. Там елки, единорог. Кстати, здесь был единорог на Хэллоуин, скелет единорога. Здесь улица достаточно темная. А единственный вот дом с этими фонариками, знаете, как вот я когда-то, надо найти, кстати, вот эти огоньки, которые там переливаются, которые нам типа дискотека, да, вот и все. И на нашей улице несколько домов украсили, больше, чем на вот этой улице. Вот эти соседи украсили. Соседи напротив от нас сегодня повешали, видела девчонки, их девчонки, подростки украшали сегодня. Покупала. Я знаю, что поздно. Я знаю, что я, по идее, не должна есть так поздно. Но рулет в доме. Ну рулет же в доме. Короче, горячий чай. Это все вина горячего чая. И камина. И мне девочка принесла домашнюю работу. Вы понимаете, мы ванну приняли уже там. А домашнюю работу еще не сделали. Ох, села мама чай попить. Ну, понимаете, да? Да. Угу. Кстати, сказала, что у нее тоже домашняя работа. Это она еще вернется. Be careful! Так, ему все хочется бросать в огонь. Прям я не могу. Мама ему такие пижамы дала. Прикольные. А? Yes. Скарлетт уже вернулась из церкви. Мы уже сделали с ней домашку. Ура! Недостаточно нам огня. Я чашечку качаю спать. Скарлетт там что-то еще пишет при своей лампе. Папа с ума сходит с Тринити вдалеке. Спокойной ночи, малыши. Следующее утро, как понимаете, я заснула с таким, понимаете, окружением, огонек, приятная музыка, теплый чашек у меня в руках, я заснула и не закрыла влог. Так что это следующее утро, я сбросила детей в школу, очередной день, все ближе мы становимся к Рождеству. У меня сегодня Тринка спрашивает: мама, сколько дней к Рождеству? Я так: 16. Я так: о, мама дорогая. Я папа спрашивала вчера Скарлетт, что она хочет. Так что как-нибудь мне надо в мол выехать. Большинство то, что она хочет, это в моле. А я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч и bye-bye.